Честно говоря, никаких ожиданий я не строил, поскольку хотел как-то решить и определить, что такое Kinovision на месте. И мне кажется, это было правильным решением, потому что Kinovision — прекрасный фестиваль, и место, в котором оно проходит, удивительное. Я познакомился со многими интересными людьми, что я считаю очень ценным. Произошла какая-то связь с ребятами, которые посещали мои мастер-классы. Очень жалко, что это не вылилось в какую-то общую работу, но нам и не хватило бы на это времени. Но то, что я познакомилась вот с ребятами, которые горят в плане изучения актерского мастерства, это здорово. Как художник я мог бы выделить то, что, конечно, это кинофестиваль, но кино — это как синтез всех искусств, и, может быть, уделять еще внимание художникам и другим направлениям чуть-чуть побольше. Все мои знакомые и друзья, которые уже здесь были, вот в Кинозерии, в этом парке, да, в этом лагере, они все мне прожужжали уши из ряда «Kinovision, Kinovision, Kinovision, это так классно, так классно, так классно, а тут природа, 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 ты обязательно должен поехать, поехать, поехать». Мне кажется, вот этой природой надо наслаждаться. Именно по максимуму хапнуть природы. Ведь у нас на севере не хватает именно контакта с природой. Потому что нам холодно, мы пытаемся пробежать природу, а не остаться в ней и остановиться. Саундтреками. То есть в этом году мы поехали вдвоем с Олегом Кожевиным Musical Motion Records в качестве саунд-дизайн группы. То есть мы здесь записываем выступления музыкантов. Мы, к сожалению, не смогли провести один очень классный мастер-класс. Про него рассказывать не буду, но я хотел бы добавить такие, как снимать без оборудования. Естественно, качество этого будет страдать, но это возможно сделать подручными средствами. Как, допустим, записать на второй телефон. То есть тут снимают, даже пусть снимают на телефон, и как сделать это со вторым телефоном, как это обработать, дать какие-то указания, привести с собой программы на флешках и установить ребятам на компьютер. Вот это бы я хотел сделать. Kinovision 2021.